Выходной заставили работать, чё? Темный мрачный коридор. Ты точно терапевт? Травмпункт. Класс, а у меня спина болит. Суперзвезда Ниаганской амбулатории. Ребята, привет. К сожалению, данное безумно доброе и позитивное видео было удалено на отметке в 500 тысяч просмотров ютубом из-за жалобы той самой пьяной девушки. Сейчас будет перезалив, поэтому, ребята, поддержите его максимально. Досмотрите до конца, напишите комментарий, отправьте это видео друзьям. Кстати, у меня есть классная новость. Появились даты на мои концерты в 2024 и 2025 году. Список городов на экране. На некоторые из них уже можно приобрести билеты по ссылочке в описании. Остальные города будут открываться постепенно, поэтому чекайте сайт ежедневно. Мы для вас приготовили сегодня такую бомбу, но для этого нужно кое-что поправить. Легендарное возвращение дуэта спустя полтора года. Полтора года мы не виделись с Ромой, и сегодня мы будем в образе врачей дарить настроение людям в чат-рулетке. Подписывайтесь на канал. А вторая часть, после того, как посмотрите это видео, по ссылочке в описании на моем канале. Смотрите видео до конца, а потом смотрите на моем канале. Ну и, конечно же, заранее поздравляем всех врачей с наступающим Днем Медика и приятного просмотра. Привет, девчонки. Как в каком-то фильме, да? Кокошник. Ой, сейчас. Кокошник? Супер. Суперзвезда Ниаганской амбулатории называется. Не переключайте. Как сейчас? Да не, мы никуда не торопимся. Вообще мы дежурим, у нас нету никого, мы сидим. Ты смотрел кухню? Да. Кто? Он из кухни на это. О, сейчас я покажу тебе. Который помощник шефа был. Да. Да не знаю, я вообще не до этого, честно, у нас работы, вот завались просто. Как дела-то в целом? Нормально. О, братан, нет. Тут у нас веселье. Что такое? Ну, наконец, хоть кто-то, блин, говорил. Что это такое? Вот это ты. Вау. А, действительно похож, кажется. Но это не я. Меня зовут Александр. Аля, с аккордеоном прибился. Нифига себе. Ты где? Это баян, а не аккордеон. Баян. Ты на ногу смотри, инструменты мои. Давай, посмотрим. Какой-то музыкант, походу. Он что, пьяный? А, у него нога. Что-то проблемы какие-то. Спокойно. Блин, братан, давай. Это обычное дело. Это что за рентген нажми. Рентген? Давай. Рентген нажми ему, я сейчас... Сейчас распечатаю, погоди. Пипец, давай я... А? Мы вас не хотим. Не-не-не, все нормально, это обычная практика, давай, тут пошли. Вообще часто пошли. Бывает. Все, давай отправляем его в рентген. Да вон там у нас кабинет, там Маша Александровна примет, и все, в принципе. Давай. Офигеть. Да, обычное дело, девчонки, вообще бывает. Вы не отложка, типа, да? Да-да, погодите-ка. Так. Смотрите, что у него есть. Ты умеешь? Баян, говорит, аккордеон. Ну-ка. Ну-ка. Прикольно. Темный мрачный коридор. Я на цыпочках, как вот, пробираюсь, чуть дыша, чтобы не стукнуть тем, кто спит уже давно, тем, кому не все равно. Чую я комнату тайком, желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чих невольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Я надеюсь, вы ничего не записываете, нас уволят. Вы играли? Не, нам просто сказали к Дню Медика подготовить это. Ты его оставил, все? Да. Откуда у вас резко? Ну а это баян, это вот, я не знаю, парень пришел, он сейчас на рентгене, а гитару у меня мы здесь готовили к этому. Поставь на место, а то сейчас спалишь, что мы вообще трогали. Да я думаю, он слышал уже.
Ребята, а хотите также играть на гитаре? Я понимаю, что в современном мире не особо у нас есть время ходить в музыкальную школу, к репетитору, нужно что-то попроще. Решение вот здесь. В современном мире у нас все в смартфонах и даже уроки по гитаре. Поэтому скачиваем приложение Тимбро на наш смартфон в Google Play или App Store и начинаем делать первые шаги. А там, глядишь, и попрет, и не нужен будет никакой репетитор. Погнали, покажу, как работает приложение. Для начала выбираем, на чем мы будем учиться, на гитаре или фортепиано, потому что можно учиться и на тот инструмент. Далее выбираем виртуальную или настоящую гитару. Если вдруг у вас нету пока что своей гитары, можете играть на виртуальной прямо в приложении. Эта стрелка означает, что нужно перебирать аккорд с тонкой струны к толстой. Здесь даются довольно простые упражнения. Я думаю, любой из нас справится. Вы начинаете с самого легкого, вот с таких вот простых мелодий. И усложняете постепенно уровень. В общем, советую вам протестировать данное замечательное приложение Тимбро. Оно бесплатное, но если перейдете по ссылке в описании, по моей ссылке, то получите 50% скидку на премиум аккаунт, где доступны все уроки, все упражнения без лимитов. А я пожелаю вам успеха в этом интересном деле и погнали дальше. Здрасте. Здрасте. Чем занимаетесь? Ничем. А вы чем? Да ничего, тоже пока пациентов нету. Кому лезете? Нету. Дежурим, чё? Дежурим, пока никого нет. А может, споете нам что-нибудь? А мы чё, певцы, что ли? Ну почему бы нет? Я думаю, что да. Ну пока тогда. Привет. Привет. Чем занимаешься? Сижу, а ты? Работаю, ночное дежурство вот с коллегой. Здрасте. Нифига, с врачами я еще не общалась. Давайте. Да, ну вот появилась минутка. У нас вообще целая ночь еще впереди. Решил заглянуть, так пообщаться. Заглянуть. Женить пора нашего красавца. Давай я пообщаюсь сам, не отвлекай. Я говорю, а что вы за врачи? Мы травматологи. Класс, а у меня спина болит. День-два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Вправлю только так, приезжай. А куда? Видишь, профессиональные руки. Руки, пальцы. Мог быть пианистом, а сам этот, травматолог. Ты откуда? Я из Воронежа. Здорово. А вы в каком городе? Нягань, Ханты-Мансийский округ, автономный. Короче, там, где медведи, ходят. Опасно выходить вообще из нашей окружной больницы. Ты девушке стихи рассказывай или песни пей. Сейчас я тебе... Не знаю я никаких. Сейчас я рентгенолога пойду возьму. Будешь. Опять? Ничего. Куда пойдем? Сейчас. Да я ничего не сделаю. Ну, давай аккуратно. Наверное, весело бы прочитать. Для чего нас рентгенолог притянул? Да прям уж весело. О, я тоже умею. Какую умеешь, уши сейчас завянут. В принципе, это все. Любишь музыку? Да. Дай посмотрю. Да, конечно. Он сказал, нельзя. Ты его этот, ты ему не говори только, что я взял оту. Опять. Сейчас пусть бегут неуклюж, что там? Сейчас он услышит. Да погоди. Умень. Сейчас. Чё бы? Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым и сетки календаря выключен день. Красное солнце сгорает отва, день догорает с ним. На пылающий город падает день. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен.
что-то не упал, блин. Блин, круто, классно, как ты поешь. А, ну я, да, хотел, мечтал в детстве стать артистом. Но в результате стал космосом. А нас, в итоге стал врачом. Нам сказали к дню медика подготовить. Мы сидим, у нас сейчас замело дороги. И сказали, все равно к вам никого не привезут, сидите, номер готовьте. Мы вот тут репетируем. Нормально? Как тебе, кстати, да? Вообще круто, класс. Ты такую музыку слушаешь, любишь? Ну, ты имеешь в виду на этой штучке играть и на гитаре или что? Или что? Не конкретно вот эту песню «Перемен», там. Да. Да? Или ты что-то там... А может, там... еще-то, что нравится? А что тебе нравится, да? Нет, я меломан, наверное, скорее всего, потому что я привыкла в машине кататься, какую-нибудь музыку тебя включаешь и тупо просто едешь. Ну ты же бывал, наверное, на чьих-то концертах или есть любимый артист, там певица какая-нибудь? Блин, ну мне вообще нравится, типа, честно, я бы, наверное, попала бы на концерт к Максу Коржу, скорее всего. О, наша тема, только я на баяне Макса Коржа не играю. А, ну-ну, давай. Ну-ка. Макс Корж. Блин, сейчас сыграю тебе что-нибудь. А какую песню? Ой, какую хочешь вообще. Я все песни его, в принципе, слушаю. Ну, нету любимых? Давай жить в кайф, умеешь? Вот, хороший давай, выбор, давай. Я так давай. Понимаю. Так. Поехали. В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Туля. В радиусе метрова царился жесточайший хаос. Когда всем понятно стал, сын остался без диплома. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот вновь, как обычно, я летал во сне. Вдруг услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в кайф. Подожди, мне просто интересно, откуда у вас там вот эта гармошка, гитара, барабаны? Чё-то мне вообще сейчас-то как-то... Пока молодой, пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой. Привет. Привет. На работе? Ну да. Коллега говорит, посиди чуть-чуть чат-рулетки, может, с кем-нибудь познакомишься, я думаю... Женить пора нашего доктора, да? Девчонки, вам какой нравится? Какие мужчины нравятся? А ну, говорите. Кем работаете? Ух, отгадай! Каким именно? Терапевт. Терапевт уж. На дежурстве начнем, конечно. Как раз нечего делать. Девчонки, а скажите, какие вам нравятся? Вот, допустим, качество. Я буду говорить, в нем есть или нет, а ну? Добрый. Любабильный. Ого. Не, он не добрый, он этот, он такой, знаете, да. Суровый, суровый мужик. Нет, не ну я ж не знаю, как ты там женщина, со мной суровый. Да, 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 можно? Да, здравствуйте. Короче, если фигню, как всегда, несет. Если помните, я же руку приводил, он нахи. Вещи вот забыл. Могу Чё? Я сказать? А вы где? Да. Не, вот Чё? Если друг вещи забыл, пусть друг и приходит, если он тем более... Да, бывает, заглядывает всякие. Говорит, друга Пусть привозил. Ну? Вещи оставил. Вчера оставлял кто-то вещи? Ну, не знаю. У нас я ему сказал, что было. Бюро находок, что ли? Ну, наверняка есть что-нибудь. А вы откуда сами, девчонки? Из Татарии. Нифига себе. Что за город? Казань. Нормально. Ты из Азнакаева в Казань приехала, я так понимаю. Да. Здрасте. А, ну как? Поступили в институте? Ой. Чё? Сажусь. Как рука? А. Доктор, да. Нога. Да. У меня болит нога. Нормально? Да, да, спасибо. Маску пил. Погоди. Такой. Как фамилия? Сейчас. Сейчас, девчонки. Смотри. Ну я помню, вчера. Да есть, есть, в 11 утра приходил. Говори, что у тебя? Да, саксофон я забыл вчера. Ну отдай. А это что? Отдай. Это что? Камера. Камера? Твоя? Да, моя. Ой, как приемный покой? Да забывает всякие вещи. Погоди, саксофон говоришь? Да. Ого. Этот, можешь сыграть, пожалуйста? Я всегда хотел послушать. Ну, а сейчас ну, давай. Все, все равно никого давай нет. Давай что-нибудь сыграть. И для вас. Прикольно. Хорошо.
А. Вау! Громко что-то. Ты что, ты слышал? Только а это... ну садись. Давай. У нас бывает весело. Если вам не хватило реакции, одну дополнительную мы закинули в мой телеграм-канал, поэтому ссылочка будет в описании, подписывайтесь. На этом ролик уже подошел к концу, надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, 150 тысяч лайков снимаем. Продолжение на канал, обязательно, надо, ребята, подпишитесь, идем к 4 миллионам подписчиков. Вторая часть будет на канале Ромы. По ссылочке в описании, вы просмотрели этот ролик, и там вторая часть. Приятного просмотра, проходите, смотрите. Пока.